Как же выглядит обычный будний день в камазовской теме, друзья мои? Как же он выглядит? Вы посмотрите на освещение, на видеокамеры. Итак, у нас здесь опять 115, 14-й год. Все, надо уж его выгнать. Опять 20 мостами Мадара. Какой Мадара? Мосты Мерседес, скажи лису. Смотрите, какая длинная монтажная длина. Не 7800, как обычно, а 8020. Там Владимира КамАЗ 6522. Вот там как раз таки мосты Мадара. Вездеходная будет личика. Он настоял, чтобы бампер был как у пятнашки. Видите, он черный. Тут вот цвет, это у нас серый металлик Сочи. Что такое это серый металлик? В общем, он там Сочи. Под вечер голова вообще не работает. Так, у нас серый металлик есть. Звездный пыль и... Не помню. Итак, из этой рамы что интересно будет все-таки? Ассортиментовоз ГМУ или зерновоз? Как считаете, друзья? Вот так и живем.